Кобис, на углу 38-й Восточный и 3-й патруль батальона издевается над горожанами. Им нужна помощь. Запрошены подкрепления ОТГ. Внимание! К вам приближается противник. Приближается противник. Замечательно. По-моему, чем меньше батальона на улицах, тем лучше. Ничего себе, да вы тут поработали как следует. Дерьмо! Джокер, сейчас иду! Если бы мы дымы были бы по уши в дерьме. Открыто! Быть не может! Вперед! От нас не бегут! В аптеке Роу на углу
Патруль 34-й, восточный, 3-й, очень много зэков. Требуется подкрепление. Без вашей помощи мы бы погибли. Надеюсь, теперь они дважды подумают, прежде чем нападать на патруль ОДГ. Внимание! К вам приближается противник. Внимание! К вам приближается противник. Противник. Давай. Здорово сражаться рядом с тобой. Спасибо, агент. Перестрелка была та еще. Эта зима уже... Не забывай, отдыхать тоже не успею. Внимание! Захват заложников на углу 40-й восточный и 3-й. Там батальоны, нам требуется помощь. Успеем сообщить про нас в ОТГ, мы бы уже это заметили. Прикрой дверь. Обнаружен противник. Черт, там кто-нибудь есть? Помогите! Я уже несколько часов тут! Спасибо, что прикрыли нас. Наконец-то! Спасибо! Это был какой-то ужас! Кошмар! У тебя тут дела? Нет? Так и вали отсюда!
Побольше бы таких, как ты. Какого хрена? Кто? Наш? Перехвачены радиопереговоры. Где? Тройка, на углу первой и сороковой восточной. Что-то тут не так. Похоже, это ловушка. Возьми еще людей и поторопись. Главное, забрать стволы. Запрошены подкрепления ОТГ. Внимание, приближается противник. Внимание, к вам приближается противник. Внимание, обнаружено самодельное взрывное устройство. Противник. Внимание! Взрывное устройство. Противник. Внимание! Взрывное устройство. Спасибо за помощь. ОТГ вернет это оружие в опорный пункт.
Если бы не ты, мы были бы по уши в дерьме. Рядом с вами находится эхозапись. Внимание! По всем данным, эта зона заражена. Вы покидаете зараженную зону. Диспетчер, всем агентам в Мари Хилл. Доктор Кэндалл запрашивает вирусологические данные старого лагеря Цера на пересечении 34-й Восточной и 1-й. Внимание! Проверка на заражение! Проверка на заражение. Спасибо. Доктор Кэндалл будет счастлива. Какое-то время. Оля!
Там шмаляю! Не проблема! Это наша территория! Давай, мочи! Эти сволочи нас спасли! Всем группам в Мари Хилл. Мы ждем гуманитарный груз на углу 36-й Восточной и 2-й. Возле зоны сброса замечен батальон, так что помощь не повредит. Это Воробей 6. Время прибытия в течение минуты. Внимание! К вам приближается противник. Еще противник! Если бы не ты, все могло кончиться совсем по-другому. Внимание! К вам приближается противник. Цель вышла из укрытия. Если бы не ты, все могло кончиться совсем по-другому. Если бы не ты, все могло кончиться совсем по-другому. Маяк, это кинжал, прием. Агент, сходи к терминалу, там тебя ждет новый парень, Кекич. У него при себе что-то важное, и твоя помощь ему не повредит. У меня все только лучшее.
Вам что-то приглянулось? А я думала, вы по делу пришли. Что-то ищете? Всем группам в Мари-Хилл. Мы ждем гуманитарный груз на углу 36-й Восточный и 2-й. Возле зоны сброса замечен батальон, так что помощь не повредит. Это Воробей 6. Время прибытия в течение минуты. Внимание! К вам приближается противник. Все! Еще противник! Мочите их уже! Делайте свою работу. Эти парни уже пойдут на сторону. Противник. Противник. Черт, крутые. Продолжим. Делайте свою работу.
победили благодаря тебе. Городу повезло, что ты за нас. Это Воробей 6. Мы на месте. Готовы оказать помощь. Хорошо, что на вас можно положиться. Агент, это Кекич. У нас в темной зоне остались тактические терминалы на спецтехнологиях. Они успели собрать важные полевые данные, и мы хотим заполучить эту информацию, пока нас не опередили агенты-ренегаты. Без твоей помощи никак не обойтись. Опасной зоне. Если батальон действительно может взламывать технику агентов, значит, у нас проблемы. Да как же заставить эту хрень работать? Может, проблема с этой муфтой? Спасибо, что ликвидировали главный язык. Ну да, мы все напились. Лучше предложение вам никто не сделает. Помнишь, я пригласил тебя на танец, и я был до того бухой, что уж язык заплетался. Это кинжал. Ждать приказа.